замечали, что опять все-таки армейский штаб прочитал то, что Розгребов очень много выходит из ворот, и вот эти его перемещения, надо заставить его перемещаться. И точно так же Ozhiganov, кстати, в игре, там, я не помню, 4-4 или 5-5, и плейт ему отдавал, он от синей линии забрал, забросил именно в эту точку.